Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dragon Hills 2. Так что сегодня у нас третий босс, по идее, должен быть. Давайте его найдем и, надеюсь, обезвредим как можно быстрее. Так, монетки, конечно же, собираем денежку, чтобы нам потом прапаться. Полицейский застрял. Ладно, бывает. Так, поменьше, ребята, попадаем в лаву. Ну, вы помните, да? Все у нас идет по стандарту. Побольше собираем денег, бонусов. И поменьше напарываемся на всяких вот таких вот зомбарей, которые с оружием у нас, и в лаву. Так, смотрите-ка, а, ребята, на кране поехали. Ать. Кстати, я не понимаю, для чего он нужен. О, тихо-тихо-тихо, ай-яй-яй, обжегся, елки-палки. Фух, прокатило, ребят, здесь, в данный момент. Так, подождите-ка, дайте-ка мне вот этот бонус, я хочу себе ствол. Ага. Шиш, как говорится. Не дали нифига. Ну и ладно. Так, ребят, у нас уже очень мало хп, я так и не понял. Один раз всего лишь... Вау, босс! Один раз всего лишь врезался и уже мало... Тихо! Ого, это что такое было? Что он делает? Я что-то не понял. Снарядами, что ли, какие-то бомбит. Ладно, ребят, давайте его... Так, что за фигня? Я не могу врубиться! Ага! Она еще и самонаводящая. Нормально. Нормально, я смотрю, он тут устроился-то. Так, это же мне, получается, нужно как можно... Ай, застрял! Больше находиться под землей? Чтобы меня не задела эта ракета? Черт, вот здесь надо аккуратненько, ребят, потому что... Оу! Черт, только не вот это, вот только не... Фух, как батька прошел. Ха-ха-ха, через кислоту я имею в виду. Так, тихо. Смотрите-ка, ракета-то... Юлит. Меня ждет, понятно, ее можно сбить... любым предметом, если на нее бросить. Я имею в виду на боеголовку. Да, их не так уж тут и много. Ёпарасоте. Ай-яй-яй-яй. Тихо-тихо, бомбочка, лети отсюда. Ребят, я пытаюсь разглядеть босса и не могу понять, кто там. За этой установкой какой-то хмырь сидит мелкий. Вот он, по-моему, вылетел. Да, я его сбросил. Так что, получается, что теперь не будет или будет? Нет, все равно, смотрите, продолжает. За свою бомбежку, а? Так-так-так, главное на снаряд не попасть. И очень мало у меня хпшек, ребята. В принципе, у ихней машины тоже не очень много здоровья. Тихо-тихо, главное не высунуться. Черт, вот мне не нравится, ребят, когда уже начинается кислота здесь. Это очень-очень плохо. Пошел ты отсюда, а. Оу, да ну нафиг, да... Какой-то вонючий сраный полицейский меня подбил. Да. Этого я не ожидал, конечно. Блин, он и то, ребят, наверное, наугад там шибанул и попал на меня чисто случайно. Так, что тут у нас? Смотрите-ка, магнит денег. Буря пузырей. Что бы интересно взять? Ну, давайте почитаем магнит денег. Деньги проходят сквозь пальцы, это устройство поможет вам. Улучшение. Увеличьте частоту магнита и соберите больше монет. То есть магнитки будут ко мне прилипать. Заманите своих врагов в ловушку гигантских пузырей и избавьтесь от их всех проблем. Давайте тогда магнит изучим нафиг. Просто для чего нам нужны монетки, ребята? Ну, естественно, для следующих апгрейдов. Так что неохота их просто вплотную собирать, пускай они уж лучше ко мне сами магнитятся. А ну-ка проверим. Так, это, видимо, не монетки. Давай-давай-давай на эту машину. О, бонус, ребят, лежит. Вот. Ах, вот оно что. Его еще нужно подобрать. Так, тихо-тихо-тихо. Так, давайте под землю. Слушайте, он, значит, действует ограниченное количество времени. Жаль, я думал, что это будет на постоянку. Все здесь хитро сделано, ребята. Да ладно, уже закончилось, что ли, да? Что? Ох ты, нифига, сколько монет. Все мое, все съем. Почти все съел. Много, конечно, чего осталось. Да эй, кто там катается у нас, елки-палки? На мосту, как, извините меня. Вау, вот и босс. Все, ребята, сконцентрировались. Наконец-то я разглядел, кто там у нас сидит. Там какой-то маленький типа вояка. Усатый причем, блин. Так, дайте-ка ствол, мне ствол хочу взять. Блин. И ни ствола не взял, как говорит. Тихо! Кислота мне-то здесь не нужна, вот честно, поверь. Так, заныривать надо, ребята. Опа, блин, попал все-таки, а. Вот зараза. Слушайте, а у машины... Оу, тихо. У машины сверху, я смотрю, шипы. Видите, он прикрывается.
То есть мне нет резона нападать на нее сверху, только снизу. Надо это запомнить. Так, тихо, кислота, блин. И боеголовка, блин, попала все-таки по мне, ребята. Ладно, фиг с ним. У нас еще пока целое сердечко. Полицейский пошел сюда. Из-за такого... Ай-яй-яй-яй-яй. Да, ребята, уже пол сердечка. То есть на один буквально удар меня здесь и хватит. Да что ж за боссы-то такие, я не могу понять. 62% у него здоровья машины у него. Так-так-так, тихо. Вот так вот, надо его переворачивать нафиг. Хотя ни шиша, она не переворачивается, машина. Вау-вау-вау-вау-вау-вау, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да... Фух, фартануло, ребята, это просто какая-то удача. Я уже думал, сейчас все, упаду в кислоту, но, как видите, выкрутился. Тихо-тихо, боеголовка, отвали от меня. Крутится тут как муха. Она во что-нибудь врезается и все, исчезает, ребята. Ну, это надо умудриться так сделать. Че ты ржешь-то? Блин, опасно, опасность. Тихо. Есть, нормуль, повезло. Разбиваем. Так, черт бы тебя побрал. Я думал, ребята, что она пролетит. Не прокатила, к сожалению. Ладно, слушайте, что интересно будет, когда мы заполним вот эту вот шкалу, где у нас 55%. Может быть, стоит когда-нибудь посмотреть рекламку, а, ребят? Чтобы удваивать очки. Вау, поп-поп-ган. Зеленая пчела, ра-та-та. О, ё-моё, нифига. Нифига там оружие это дальше у нас идет. Слушайте, я это хочу все глянуть. Ладно, ребята, некогда нам тут расслабляться. Нас ждут великие дела. Глянем это все обязательно. Но для начала нам нужно победить босса этого, которого у нас на ракетной установке гад рассекает. Слушайте, я буду сейчас на поверхности находиться. Монетки пособираем с вами. Отличный прыжок. Одну звезду получили. Сейчас мы эту машинку на кого-нибудь толкнем. Опа, не задели. Так, что мы там? Магнит! Магнит, какого лешего ты позади остался, а? Ты же должен был впереди меня юлить. Так, тихо. Воу-воу-воу-воу, тихо, ребят, кислота здесь у нас. Эй! Ну ведь так все было хорошо, а? Вот надо было шлепнуться в кислоту. Да, ничего не предвещало, конечно, печали. Да ё-моё, да еще толкает меня эту фигню на установку, блин, лазерную. Не, ребят, ну тут варианта нет. Ну что тут такое? Ну полсердечка. Сейчас, опс. Да я даже не удивлен этому, если честно. Можно, конечно, возрождаться, просматривая рекламу. Но я почему-то не хочу сейчас в данный момент, ребят. Не так уж далеко мы и уходим с вами. А лишние деньги, я думаю, что нам не повредят. А, причем у нас сейчас минимальная ставочка, за которую мы можем что-то купить. Это, по-моему, 500 бакинских. Нет, по-моему, 280, но... Не особо я хочу там брать что-то. Надо уже... Оу! Ты посмотри, этот вонючий полицейский в меня попал, а, все-таки? Зомбари, как же вы меня достали? Тихо! Вот так вот. Не делаем, ребята, резких движений. Играем плавно и аккуратно. Так, пошли отсюда. Так, а вот у нас, блин, довольно быстро мы доходим до босса. Ну вот... Бой с ним, конечно, происходит довольно долго. Да вот как ты можешь так умудриться, охламонище ты ушастый, а? Тихо! Да ладно, тихо! Что делать, ребята? Блин, а тут не было варианта. Я застрял в этом кусочке. И я не смог даже дальше перепрыгнуть. Мне просто пришлось нырять под землю. Бред, конечно, какой-то получился. Нелепость полнейшая. Ладно. Каких только казусов тут у нас не получается, ребят. Я вот сколько играю и смотрю... То из-за нелепости какой-нибудь проиграешь, то какой-нибудь зомбарь, бабка-зомбариха тебя нечаянно заденет, и ты погибнешь, то еще что-нибудь. В общем, вот почему этот магнит гребаный валяется, почему он не летит, чтобы я его должен схватить? Не понимаю. Понимаю только одно, что вся игра тут против меня настроена, ребята. Во всех смыслах слова. Тихо, кислота, опа, да ядрешкин ты кот. Ну как же так? Так, все, хламон, ты меня достал. Все, я из-за тебя уже столько тут нервов вытрепал. Давай его колбасить. Так, тихо, ребята. Ну, приходится, ребят, приходится мне периодически выныривать из-под земли, потому что это вонючий боеголов все равно по мне попало. О-о-о-о, опасно, опасно было. Так, опа. Дайте бонус. Хрен тебе, не бонус называется.
Так, будем теперь как эти. Как их называют-то? Которые туда-сюда. Так. Вот как это называется. Кобздарики всему. Ну-ка глянем. Вау, отлично, ребята. Мы возродились из пепла. Ну, пришлось, конечно, глянуть рекламку. Ну, это ерунда все. Так, бонус. Бонус ствол. Так, дайте мне... О, я ее подобрал как раз. Все хорошо, ребят, есть... Есть шанс у меня. Так, только не в кислоту. Слушайте, оу, я сейчас буду так лететь. Вот. Вот этого я и хочу, чтобы мы, ребят, потихоньку расстреливали. Блин, боеголовка это. Да врежься ты там во что-нибудь. Все вроде бы исчезло, ага. Отлично. Так, давайте вот так вот ехать. Блин, теперь пушка закончилась. Ну что ты будешь делать? Не понос, так золотуха, ё-моё. Так, снаряд, лети отсюда. Воу-воу-воу, ребят. Да, вы знаете, что когда я нахожусь долго под землей, у меня, оказывается, тоже тратится здоровье. И причем довольно нехило. Монет, как всегда, ни на что не хватает у нас. Ладно, рвем когти. Слушайте, по большому счету, да, если посмотреть на этого босса, на этого охламона, если бы не его наивонючие снарядики, он сам по себе вообще вата-ватый. Просто то, что боеголовка самонаводящаяся и крутится постоянно возле меня, вот что меня больше напрягает-то. Сам-то он по себе лашпен полнейший. Так, аккуратненько. Так, ну вот надо было вот этому... Да како... Жесть, ребят, я, честно говоря, думал, что он перелетит вот этот вот трамплинчик, блин. И кислоту мы, как говорится, минуем. Нет, вот ему надо было нырнуть именно в кислоту. Да. Казус за казусом, ничего не могу сказать больше. Так, ладно, поехали. Какая уже попытка-то, наверное, 20-я, да? Я уже даже со счета сбил, дай бонус. И даже бонус не мог поймать. Офигеть, так, тихо, мелкая кислота. Это еще, да и дрёна уж. Не, ребят, смотрите, все отлично у меня получается. Ух ты, я прям как этот подземный крот, ё-моё. Наблатыкался я все-таки чуть-чуть. Ну что, хламонище, давай побеседуем. Что ты вылез свой параш из этого? Так, тихо. Блин, долго под землей нам тоже находиться нельзя, ребят, потому что начинается тратиться здоровье. Придется как дельфин, знаете, периодически туда-сюда заныривать, выныривать. Ага, тут нам еще усложняет жизнь всякими... Оу, нормуль. Так, хорошо. Ё-моё, все-таки взорвался я. На ты... Ай, промазал я. Опять он вылез. Так, тихо, ребят, давайте его... Так вот его, из-под низику надо бомбить. Тут, оказывается, еще, ребята, знаете, в чем проблема? Что попробуй-ка его догнать. У него... Оу, тихо, кислота. Ребят, ну тут не было выбора. Либо кислота, либо снаряд, блин. Я выбираю снаряд, потому что кислота сразу же может убить. От снаряда немножко хп только отнимет. Да кто там по мне так бомбит-то? Не понял, почему я дымлюсь, как будто я побывал в кислоте. Так, дай магнит. Ага, конечно. О магнитах я могу только мечтать. Нет, ребят, нифига, блин. Что-то как-то не катит, а? Ну, здоровье даже не уменьшается. Дайте пушку мне. Ну, отлично. Прихватил. Ох ты, блин, такой куш пропустил. Столько монет было, а? Мне бы точно на апгрейд бы хватило, ребят. А так, шиш, что ты ржешь там, а? Мелкий прыщалыга. Вот, правильно, уничтожай тут все. Чтобы для меня здесь было... Не понял, 0%, ребята. Так, как это так? У него только что было 0% здоровья, блин. Он ехал и на тебе восстановился. С какого вдруг перепуга, я не понял. Так, электричка тут еще. Да, лети отсюда. Слушайте, ребята, это, по-моему, рекорд у меня. Как говорится, ляпни и на тебе. Лучше нафиг молчать, ничего не говорить, а радоваться уже после того, как подобьешь этого босса. Так, тихо. Там и полицейский, ребята, строчит со своей говнопушечки. Ну и, естественно, вот этот хламон. Вояка. В шлеме еще в каком-то. Дурик. Причем еще с усами. Вот я ему усы-то бы пообдирал бы, пооборвал бы, гаду этому. Так, ну что, боеголовка летит? Оу, смотрите, боеголовка
В свой же этот автомобиль попало. Так, что, 55%. Как бы и есть шансы, и в то же время нету. Жалко, ребят, что здесь нету, знаете чего, подхила. Чтобы я мог себе где-то восстановить здоровье. Так, отлично, 53% уже. Оу, тихо, полицейский тут этот. Чуть-чуть было не попал, тихо, кислота. Надо нам плавненько здесь выкрутиться. Вот, то, что нужно. Я смотрю, только сейчас, ребят, увидел, что у меня мой механический дракон весь покоребанный. Смотрите, уже провода торчат. Он, оказывается, потихоньку разрушается. Так, 47%, иди отсюда. Опасно, ребят, здесь очень опасно. Где это? Где снаряд-то? Вроде бы как он выпустил его, но куда-то он исчез. Черт, я элементарно просто не могу его догнать. Вот так вот, плюс один, че плюс... Оу! Да-да, ребята, как всегда. А вот хрен ему, ребят, я посмотрел рекламу и начиная с этого же места... Слишком долго я до тебя шел, слишком долго я тебя колбасил, чтобы мне начинать с нуля. Я лучше посмотрю 10-секундную рекламу и добью тебя, гада. Так, 26%, ребята, 26%. 16. Вот она, победа близка. Да что ж такое, он от меня отрывается, гаденыш. Так, 8%. Так, 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 ну, давай, вот это вот. Ать, не получилось. Ну, 8%, ребята, это, согласитесь, не стоит даже не 80 там. Сейчас просто один удар, но я его не могу догнать. Вот так. 6%, блин. Через крышу атаковать хреновенько. Оу. Был отличный бонус, как всегда упустили. Так, давайте вот. Ах ты, смотрите, у них машина покоребанная вся, ребят. Задка просто нету. Тихо, снаряд, что-то я... Раздухарился здесь. Сейчас бы попал по полной программе. Уже два снаряда. Что-то вы тут Оу! Что случилось? Ребят, с того света достижение и привет ему с закрытыми глазами. Он сам себя уничтожил. Придурок. Нам-то это только плюс, конечно. Я ничего не говорю. Ну, он идиот. Так, ребят, у нас победа. Однозначно мы с вами этот уровень пройдем. Но так как мы с вами живем еще, да, давайте хотя бы посмотрим, что у нас здесь будет дальше. Ага, вот оно что, отлично! 3 из 6 получен, то есть мне еще осталось 3 штучки, да нет, это мы будем все делать потом с вами. Так, где у нас вот, 73% зомбинати, и у меня большое желание увеличить наши монетки. Давайте-ка глянем вот это. 869. Отличный результат, ребята. Ну, по крайней мере, нам хватит уже на что-то. Так, я не знаю. Давайте, наверное, мы с вами энергию увеличим. Хотя, оу. Так, а вот это вот когда нам откроется? Ага, на уровне 5. Тут еще Дикий Запад, планета будет. Ага, 5000 нужно. Ну, пока таких денег у нас нету, ребята. Мы с вами будем, наверное, все-таки энергию получать. Нам она пригодится для дальнейших прохождений. Тем более там пойдут боссы злые, стопудово вам говорю. Так, 369 монет. Буря пузырей, посмотрим, что это из себя представляет в дальнейшем. Ну что, давайте еще одну партийку, как говорится, до первой гибели нашего механического, как его назвать-то, дракона. Так, что тут, смотрите, целая шайка-лейка. И мне все-таки интересно, что будет, когда мы с вами Тихо! Да. Такими темпами... Оу! Хватит, смотрите, отбойники стоят уже лазерные. Так, кислота! Тихо! А почему... Да, я почему-то не смог пробиться наверх. Он, видите, не смог пробить своей головой этот железный механический мост. Дурализм какой-то. Ну что, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте я буду завершать это видео. Вам, естественно, ребятушки, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в новых видосиках и продолжим играть в разные интересные игры. А на этом все, всем пока, до скорого!